Ничего, импровизация на тему. Это газовая установка, да, у вас? Это газ, это просто газ. Она мобильна или нет? Да. А вы не хотели бы прийти на скифе на прямой эфир когда-нибудь? Нет желания такого? Всех прошу дома над газовой плитой вы не экспериментируйте, девчонки, и бутылки там ничего подобного не плавите, игрушки не делайте. Договорились? Не подходит. Сейчас приедем, будет. Не, у меня просто были такие кадры, поэтому я на всякий случай предупреждаю. Цвет даже по-разному стоит. Да. Есть матовое, есть прозрачное. То есть это все идет тоже. Ну, это же ужас. А у тебя примерно сколько? Дело в том, что я тебе не могу сказать, сколько стоит одна палочка. Да не, потому что вообще идет по килограммам. Ну, от 100 гривен килограмм. 70 гривен самый дешевый. Почему? Я когда начинала учиться только с прозрачного стекла. Большие животные в природе. То есть там слоники, бегемотики, там.
раньше называлось гудничество. Гутенство. То есть вот название скловарной печи. Гуты. Там еще раз посмотрим. Сейчас немножечко по-другому называется. Называется это лупо. То есть как бы с английского это переводят работа с лампой. А если я всем кружечки положу, конечно, посмотрите, пожалуйста. А если сюда в этом кружечке положу? Можно. Ну, только потом, когда остынет. Не, уже на такое место. Так, сейчас тянем. Я хочу кружечка. Пять. Я, наверное, на работу. Может, ты еще что-то? Ну, надо собираться. Все.